церковный центр Святого Николая. Это магазин, в который привозят туристов на автобусах перед посещением храма Святого Николая. Буквально за углом находятся лавки, в которых такие же иконы продаются в разы дешевле. А здесь туристов разводят на иконы по огромной стоимости. Там с десяток там, или два десятка продавцов, которые грамотно разводят туристов, говорят им, что там четверть пойдет на храм, вот, и прочие продажные уловки используют, чтобы втюхать им дорогущие иконы, которые там за 1, 2, 3 доллара себестоимость. Вот, единственное преимущество данного центра то, что там прохладно, вот, хорошее освещение. Играет такая тихая музыка, можно расплачиваться картой, и даже предлагают иконы в кредит. Вот. При этом потом предлагают оплатить их у гида. Вот. В общем, развод полнейший. Так что избегайте данного центра. Если хотите что-то осветить, берите свои крестики, иконочки из отеля самостоятельно. Либо покупайте в более дешевых лавках. Не рекомендую. Даже мою жену, вроде не глупую, умную женщину, сыграли на ее чувствах. Вот, и она купила аж 4 иконы по несколько десятков долларов каждая. Пожалуйста, остерегайтесь данного заведения.